Много претензий было и Николай Петрович, и Сергей Иванович по ремонту дорог. Плохо или как, что мы будем обсуждать федеральный закон, в том числе и 44-й. Но он связал нас полностью. Мы бы давно уже вышли бы и капиталили. А мы сейчас будем только нормально работать где-то примерно в середине июля. То разыграй, то подожди, то и пошло, и поехало. Проблем очень много в мэрии.